Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Всем привет, друзья! С вами Стасянчик, это канал Стасянчик ТВ, и мы с тобой продолжаем проходить Bloodstained. Я проверил по записи вот это вот место. Вот это вот. 100% оно здесь у нас заблокировано. А вот это вот я не проверил. Но мы с тобой сейчас, наверное, телепортируемся в начале... к нам, к себе домой. Там что-нибудь посмотрим. И потом телепортируемся вот сюда, чтобы проверить нижний проход. Если он действительно заблокирован, то будем уже вот здесь вот бегать, искать. Если нет, то разницы сильно никакой, потому что, по-моему, вот эта вот часть, она как раз соединяющая. То есть можно так, можно так. Там. Музыка прям очень похожая из Symphony of the Night, очень прям. Ну, что я хочу, это тот же разработчик. Как я уже, наверное, говорил об этом не раз. Так. ХП у нас уже 740. Я этому очень-очень еще больше. 751 уже. Я этому очень-очень рад. Так, как раз дамасскую сталь получим. Хорошо. Так, там я не помню, что нам надо получить. Во-первых, посев. Отлично. По-моему, мне больше нечего. А, нет, есть. Я брал точно по новой. Ну, вот куруска пусть будет. Вот если не забывать заходить туда-сюда время от времени, то нормально. Так, кольцо пламени, я же отдавал тебе, по-моему, кольцо. Или я его только создал? Я его только создал, наверное, да? Да. Глаз гора. Так, что у нас? Платье к чаю. Платье к чаю, по-моему, у нас Доминика вроде бы продавала. А что это делает? Глаз гора. Монокль, в котором вы будете смотреть на мир сверху, как птица. Да? А, по бокам он появляется. Боковые части. Короче, одни очки увеличивают, вторые отдаляют. Кстати. Подожди-ка. Может быть, очень полезно даже быть. Да, смотри, я не видел, что на чердаке, а теперь увидел. Блин, я кое-что понял. Ну, это я для себя понял. Для вас-то оно никак. Hi, Miriam. Привет, Мириам. Так, что можно посмотреть? Вообще можно посмотреть, что-то нужно посмотреть. Длинный меч, Мурглейс какой-то появился. А, нет, это было все, это все было. Булава, Грэм у нас появился. Так. Это за 8 битки. Угу. Кроличьи сапоги из игрушечных ботинок, между прочим, делаются. Ну, пока я не вижу усиленный этот. Усиленное наше оружие. Ну вот, можно, например, уже Луэнгрин, Шеддер, стальную молнию создать. Видите, для всего нужен Грэм. Гамбантейхан. Так. К небами. Красное дерево. Много интересного можно сделать. Особенно оружие вот это вот, которое по 70, по 73. Бьет очень-очень
эффектно выглядит. С учетом, что пропитанный силой льда, льдом бьет. Я, по-моему, как раз вот с этим мечом бегал очень долго. Вот с этим, пока его как раз не сложил. Там, по-моему, нужен был как раз Shadow Lengreen. И, по-моему, стальная молния, они соединяются в один. Но это нужен хрусталь. Так, стоп. Тут пока ничего не изменилось, я понял. Шарф феи, шарф кролика. Из крыла феи, да? Так, чайное платье здесь нету. Платье к чаю, вот оно, страшная тряпка, три штуки нужно. Кираса рыцаря, кстати. Ланес. Удобная домашняя одежда для благородных дам. Интересно. Серебряный нагрудник усиленной защиты против злых сил. Не вижу, чтобы было защита защищена как-то. О, шипастый нагрудник. Нагрудник с острыми шипами, колечь того, кто к ним прикоснется. Тоже очень долго с ним ходил. И огненная кольчуга, естественно, она просто... просто божественна. Вон сколько всего сразу прибавляет. Ну и сколько надо. Как минимум красный берил, который мы не скоро получим. Это у нас есть, это, по-моему, как раз у нас одето, да. Нормально нам пока и с жилетом нормально. Не торопись. А, кстати, да-да-да. Усилить осколок. Мы же, по идее... Ну, это я не буду усилять. Серебряного рыцаря можем, да, усилить. Потому что у нас мифрил появился. Так. Аккуратно усиливаем. Там причем как раз на него вроде бы три нужно. Да, теперь только через Орехалк. Он до плюс 9 прокачивается вроде бы. Поэтому еще два остается. Ладно. Может, ты продаешь платье к чаю? У меня есть для тебя кое-что новое. Давай посмотрим. Так, сейчас я посмотрю по-быстрому. Понятно. Нету, я не вижу. Есть чешуйчатый доспех, кираса рыцаря. Можно также купить. Смысла нету делать, что-то создавать, пытаться. А давайте за 80 очки возьмем. У нас их просто нету. Вот толстые очки, я не понимаю туда зачем. Очки с толстыми линзами. Простое ожерелье подходит к большинству нарядов. Просто возьмем. Но пользоваться я не собираюсь. Так, ну, кольцо пламени, потому что мы создали его. Шарф на заказ, понятно. Так, это все хочет макарошек. Которых у нас сейчас нету. И создавать мне, честно говоря, пока ничего такого не хочется. Так, ну что же, тогда вон туда идем, наверх, там мы сохранимся. Пока с боссами прям очень везет. Так что... С боссами очень везет, потому что мы мало тратим бутылочек всяких хпшных на них и так далее. Так, на верхнего босса из автомата я пока не готов идти. Ух ты ж, ух-ух-ух. Нет, 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 я чуть свою запись не пофигачил. Так.
Вот это было прям сейчас опасно. Во, видите? Теперь он насколько мощный рыцарь наш. Он теперь может магией. Создает магию. Все потому, что мы его усилили. Так, вниз. Вниз, вниз. Вниз. Ах ты же, зараза какая. Так, еще мифрил, отлично. Нам это все пригодится. Иди сюда. Так. Теперь отсюда налево, да? Еще бы меч выбить. Нет, пока нету. Зато фрагмент меча, по-моему. Да, смотри, а здесь проход открыт. Значит, пойдем здесь пока. Но там, возможно, с той стороны сейчас будет закрыто. Сейчас пройдем, посмотрим. Если тут что-то будет закрыто, то и ладно. Да! По-моему, да. По-моему, здесь закрыт. Да, вон, комната закрыта, видишь? Но возможно, мы сюда не зря пришли. Так, сейчас будем пробовать. Эх. Да ладно. Не дает. Не дает, не дает. Хорошо. Здесь, значит, проход закрыт. Значит, остается только одно место. Ну, как бы два места остается. Это вот, естественно, у нас вот здесь вот вниз. Но мы пойдем вот здесь, вот, вот в этих вот местах сейчас будем ходить. Так. Нам, получается, направо, да? Направо и вверх там. Обязательно тут заходим, потому что здесь нужны всякие нам мифрилы, шерсти. Давай, спускайся. Смотри, не хочет. Отлично. Это подобие прыжка очень полезная вещь. Так, обязательно сохранимся здесь и пойдем перемещаться. Так. Сейчас, кстати, будем в нормальном месте, в одном из моих, так сказать, любимых. Откуда лучше бы начать свое путешествие? Наверное, отсюда. Давай отсюда начнем.
Ну, во-первых, возможно, сможем что-нибудь выбить полезное для себя. Во-вторых, просто походим. В чем бы и нет. Здесь мы с Зангесу сражались. Спиральный меч, отлично. Этот спиральный меч мог, кстати, в самом начале выпасть, и он очень-очень полезный. Вон. Вон какая у него атака. А еще вроде бы... А, нет, он никак не атакует. Но у него атака вон. 13. Она у него больше за счет вот этих вот... пилоподобные атаки. Так, переходим вот в эту локацию. Можно сохраниться, но я сохраняться не буду сейчас. Не знаю, зря, не зря. Ну, пока не хочу. А у меня такой нацеленности нету. Отлично, Рава Бурал, еще один. Так, налево мы с вами не пойдем. Там слева нам делать нечего. Идем направо. Может быть, еще один Рава Бурал будет, нет? Нет. Так, во-первых, вот у нас место. Макуаутиль. Где он у нас? Дубина. Смертоносная палец с обсидиановым лезвием. Макуаутиль. Так, по-моему, что-то в архивах было, да? А, справочник. Нет, техники нет. Дневник. Сейчас я быстренько пробегусь. Возможно, и нет. Микацуки был, все. Наверное, он меня, да, он меня, наверное, избил. Хорошо. Также здесь емкость плюс. Непонятно, зачем. Сочек сделанный. Так, вылезаем. Так, здесь точно ничего. Вот тут я не помню. А, здесь демон летает. Все, я понял, здесь мы сейчас никак не пройдем. Все, тогда получается, нам остается вот только вот эти два места. Ну, не два, а одно. Это, так сказать, единственное место, где сейчас можно проходить. Так. Так, встаем. Ну-ка попробуем. Отлично. Попали.
А внизу ничего. Поэтому можно даже не пытаться. И здесь ничего нет, да? Хорошо. Так. Даже непонятный проход. Так, колокола. Колокольчики в обязательном порядке все проверяем внутри. Причем проверяем их как можно выше. Потому что там наверху тоже может что-нибудь быть. Так, проход направо вижу, отлично. Ну, мы пока пойдем наверх. Ага. Так, вот туда наверх сейчас даже не мечтайте, вы сейчас туда не пройдете никаким вообще образом. Отличная емкость. Стены целы. Хорошо. Иди сюда, цветочек. Так, ну значит остается только один проход сейчас. Это вот, вот здесь вот нужно через шипы там пройти, тогда вот, вот этот проход откроется. Поэтому не зацикливаемся на нем ни в коем случае. Так, а здесь где-то можно как-то наверх, по-моему. Да, вот. Еще один дополнительный рыцарь, отлично. Это, по-моему, последний кусок, который здесь можно получить за одно прохождение. Вроде больше рыцарей не будет. Так, на всякий случай поставим здесь метку, потому что я не помню, наверху есть что-нибудь или нет. Так, ну здесь, по-моему, здесь справа сохранение. Ох, еще и эти. Так, вот на этот колокол, по-моему, сейчас не стоит наступать, потому что он вроде бы упадет и нам сделает дыру снизу. Вот здесь вот. Вроде бы, я не помню точно. Не могу обещать этого. Так, дверь открытая почему-то. А где же сохранение? Подожди. А, здесь завалено, все отлично. Слезы ведьмы. Там завалено. Ох, с тобой мучиться. Или не здесь падает. Ух ты, нифига себе. Против света. Повышает сопротивление света. Я просто помню, еле-еле выбил этот кусок в своем прохождении. Потому что этих световых мечей очень мало. Вот здесь вот, и еще быки их там в некоторых местах призывают. И все. Так. Я видел, я видел.
Но тут в колокол, как видите, мы никак не залезем. Бисквитный торт, платина. Отлично. Так, надо тогда пометить тоже, что здесь колокол. Вот, хорошо прыгнул. Прям очень хорошо, прям супер удачно. Еще бисквитный торт. Так, сюда, по-моему... Нет, допрыгиваем, смотри, допрыгнем, допрыгнем. 200 золота. Еще один шлем. Отличная болтунья. Что? Так, здесь мы ничего открыть не можем, хорошо. Ты же зараза. Так, получается только направо, да? Да, направо. Подожди, стоп. Он показывал здесь свиток, значит, здесь где-то можно что-то прочитать. По идее. Я не вижу нигде шкафов книжных. Да, и наверху не вижу. Свиточек показывает. Почему? Непонятно. Ладно. Глупая лошадь. Так, тут ничего, ладно. Так, эти в камень превращают. Вот, вот, колокол упал. Проход освободили мне. Это вот как раз слева там проходик. Подожди, а почему он теперь показывает, что там сундук? А я его не заметил. Рецепт торта, нифига себе не заметил. Видимо, я также там со шкафами. Наверное, что-то не заметил. Так, ну тут где-то должно быть сохранение недалеко. Возможно, это даже вот это оно. Нет, это не оно. Так, ага, я думал, это понятно все. Может быть здесь? Нет, здесь это проход сверху как раз. Да, то же самое, что снизу, только сверху, я понял. Так, шерсть получили. Стальной нагрудник. Осколок с щитом. Направленный щит. Призовите щит, который может смотреть в любом направлении. Но это, я не знаю, мне не понравился. Я его, естественно, попозже продемонстрирую. Может, не сегодня, но продемонстрирую точно. Так, сколько же тут проходов-то? Ай-яй-яй. Эх, там еще копейщик снизу. Так, мне срочно нужно комната с охранением. Прям вот очень и очень нужно. Ай-яй-яй. Нет, ну в крайнем случае я сейчас, да, я воспользуюсь бутылкой какой-нибудь. Бисквитный торт. Давайте съедим бисквитный торт.
Это мы пока оставим, не будем использовать. Можно один рисунец съесть. Так, это то, откуда мы пришли. Хорошо. Нет, ну я не верю, что... Мне главное, чтобы сейчас вот этот вот не мешал. А я попробую лучом наверх допрыгнуть. Так, еще один колокол упал. Так, есть. Так, отлично. Очень изящное снаряжение. Хорошо. Зараза, ты смотри. Размягчитель — это от окаменения. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, два колокола упало и проход вниз. Хорошо. Но пока я его не трогаю. Да, пока не трогаю. Так. Да, что ж такое-то? Так, хотя... Почему бы и нет? Лучшие прически, креслица можно посидеть. Так, это нас вообще вниз отправит. Поэтому здесь пока не рекомендую садиться. Ну, не садиться, падать туда. Блин, опять сейчас всех, да, восстановили. Так, попробуем. Может быть, и ты упадешь. Нет, этот не падает. Так, проверяем. У нас что-то здесь. Непонятно что. Тут у нас завальчики. Нарисована книжка, что можно прочитать. Хотя вот здесь вот тоже нарисована книжка. Я что-то не понимаю, что означают книжки. Так. Изменения. Включить, выключить. История перемещения. Включить, выключить. Так, ну это как я переместился, понятно. Вернуть меня в центр. Блин, это не то немножко, ладно. Так, это где карту использовать? Показать, скрыть. Назад к полной карте, хорошо. Это меня в центр возвращает, ясно. Так, ну по логике вещей нам направо. Но непонятно. По-моему, это все-таки обозначает книжки. Может, я не прав. Зараза. Да, вот сейчас я попадаю на атаки случайно, я не хочу. А, и здесь сохранение, да, да, прикалываешься. Санджигун. Техника Сансетсукон позволяет бить по врагам издалека. Санджигун. Да, да, смотри, сохранение. Ну как же так, а? Поищем Санджигуна. Вот он, Санджигун, как раз, да. Вперед два раза. Ага. Все, выучили.
Так, возвращаем. Да, получается, пока ты не найдешь книгу, не изучишь, нельзя изучить способность. Так, туда наверх, вот сейчас я вообще никак не попаду. Как бы я ни мечтал. Поэтому остается один путь наверх. Вот здесь. А это проход к боссу, да? Да, смотри, это проход к боссу. Так, попробуем одеть очки, которые издалека. Ничего, да? То есть, если бы был бы какой-нибудь секретик, он, наверное, бы показался бы. Так, здесь давайте возьмем выпуклые очки. Нет, не выпуклые, какие очки-визоры. Потому что здесь мне важно понимать, сколько у босса хп. А что, можно убежать? Нет, нельзя. Нельзя убежать. Ну, придется вверх нажать. Ладно. Мне нужно больше крови. Очень сильный босс. 3000 хп. Ать. Ну, по крайней мере, я понимаю, как от той атаки избавиться. Да нет. Нет. Ай-яй-яй. Хорошо. Блин, так хочется ее победить без потери хп, без использования. Эх, задело, так это смотри. Ладно, еще разочек. Я все равно ее побежу. Будем ее побеждать. Так. Пойдем ее побеждать, пойдем. Хорошо, хоть сохранение прям рядом. Всегда, если видите... Вот хорошо, что здесь выделили двери. Практически сразу дали понять, где именно дверь от босса. А еще, когда ты с боссом сражаешься, у тебя мини-карта пропадает. Это тоже очень хорошо. Так, хорошо. Ой, я забыла переодеть. Забыл на визоры. Да что ж такое-то? Надо скуками пользоваться. Понятно, по сути, зонтики сами исчезают. Дашь? Скарлетт Лест.
Нет, 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 нет. Засранка, какая засранка, а? И вот обязательно туда, куда я, да? Смерть опять. Видите, она себе восстанавливает жизни в конце. Да. Тут, конечно, крит-атака, наверное, была бы важнее. Я все равно этим не пользуюсь сейчас. Не получается, да? Кольцо увеличит урон и частоту критического. Давай так, попробуем. А почему ты все время в мою сторону-то бежишь? Не успел. Станет меня. Сейчас вторая стадия. Нет, я не могу. Yeah.
Зараза, все равно попадаю. Пока рано. Есть. Ну, не страшно. Не страшно, не страшно. Потратил бутылки, восстановил целую хп. Кража крови восстанавливает здоровье, поглощая кровь врагов поблизости. Конечно, немного обидно, но ладно. Так, где она? Где это? Вот. Если видно где-то кровь, то она ее собирает. Вот, например, видите? Достаточно такая полезненькая вещь. Так. Красный зонт. Кстати, да, красный зонт. Это оружие как раз ее. Но от него не так много эффект. Зонтик окрашенный в красный цвет кровавым дождем. Я так... А, не, я думал, я свою кровь трачу. Давайте посмотрим, побегаем. Может, в этом зонтике есть что-то такое. Так, а, вот как раз здесь проход, да, открывается. Ага. Ага. Понятно. Ну... Пойдемте туда вот сюда, вот в начале. Ну не смог я, не смог без бутылок пройти, не страшно. Сложный босс. Вот. К тому же прям такой цели-цели проходить без всего этого. Без урона или без использования всяких хпшек, бутылок у нас такой цели нету. Так, а как эта техника? Давайте посмотрим, а то я не показал. По-моему, я какой-то из этих использовал. Ну вот, наверное, вот этот. Сейчас. Да. Черпать свою силу из меча. Так, пойдемте сохранимся. Так, куда бы сохраниться? Давайте сюда сохранимся. Вдруг я потом надумаю сам для себя пройти босса без урона. Ну, не без... с уроном, но без лечил. Take...
Нет, ну силы здесь вообще прям. Так, надо это, кстати, да. Вот, выпадают предметы чаще. Так. И все же, где здесь запись? Наверху нету. Нет записи. Почему он показывает, что здесь что-то есть? Ладно. Плевать. Вот куда нас выкинуло. Окаменение получили. Не, ну зонтик так себе, согласитесь. По атаке. Единственное в нем, что прикол, это вот это вот его атака и все. Так, хорошо. Где мы можем теперь пройти, да? Здесь никак ничего. Теперь понятно, что это за место. Ну, мне понятно, по крайней мере. Так. Ну, получается, нам либо вот здесь вот спускаться сейчас в пещеру, либо из рыбки выбивать, чтобы в воде плавать. Либо же отправляемся вот сюда. Но для начала я, наверное, пойду на перемещение. На нашу локацию. Посмотрим, что нам там расскажут. Мне интересно, дадут ли нам подсказку наши друзья. Во-первых, по прическам. Так, у нас ничего нового, да? Ну вот к этой шляпке. Да, да. Давайте вот так походим. Так, идем телепортироваться. На нашу начальную локацию. Я просто не знаю, как можно было не догадаться. Но вот есть люди, которые не догадываются до следующих движений. Так, во-первых, давай у тебя. Да, отлично. Сталь получили, так. Архидемона. Так, это хрусталь будет. И алмаз. И все, да? Ага. Спасибо. Так, есть подсказки. Привет, чем могу помочь? Спасибо, если понадоблюсь, я буду здесь. Так, нет подсказок. Давайте посмотрим подсказки от второго нашего героя. Hi, Miriam. So, what'll it be? Так, вначале создать. У нас там... правые сапоги. Так, мечелом. Уже интересные пошли вещи.
Это мы ему еще рецепты, по-моему, принесли как раз. Ботинки. Блудганг. Драгоценный меч легендарного защитника и победителя. Дубины, которые когда-то убили злобного морское божество. Что там эффективно под водой? Ага. Почему-то не вмещается. Не вместили почему-то название. Бердыш. Вот, Дюрандаль как раз. Лоенгрин, Шедар и Стальная Молния. 97. И это, по-моему, не предел еще. Нету пока. Смотрите, не дают подсказки. Ладно, ладно. It's good to see. So, what'll it be? Так, здесь ничего. Усилить. Кража крови. Кровь монстра. Восстановление эффективнее. Восстанавливайте здоровье, поглощая кровь врагов поблизости. Класс мы увеличить не можем прохождением повторное, ну, повторного прохождения игры. И то, по-моему, нельзя. Там вроде бы осколки при повторном прохождении игры, когда нам дают второй раз как новую игру плюс пройти. Вроде бы ключевые осколки у нас отнимают. Вроде бы кража крови — это одна из них. Я могу ошибаться. Заходи в любое время. Так, ну сейчас я вам покажу, как мы будем действовать дальше. Помню, полагаться лишь на осколки опасно. Естественно. Так, что ты продаешь? Вот можно шедер купить, как минимум. И, наверное, я так и сделаю. Сейчас я посмотрю, что здесь есть. Да. Давайте купим шедер. Ну-ка. Это дубина. Дубины, я не знаю, как они работают, поэтому я ими не играл. Лен и Ян и Ю. Клинок в форме полумесяца, который один генерал когда-то побеждал целые армии. Интересно звучит, но возьмем шедер. Так, и, естественно, бутылки. Как минимум. Это минимум, что нам надо. Спасибо, заходи в любое время. Так, шедер мы с вами поставим на горячую клавишу за место парового. А сюда что поставить? Даже не знаю. А, подождите. Какой... Ай. Жилет ассасина. Ой, тут все менять, короче, надо. Копировать. Не копировать. Ставить текущий. Ставить текущий, вставить текущий, вставить текущий. Вот это вот неудобно. Изменить.
Здесь у нас рапира. Здесь шеддер. Здесь будет зонтик. Хотя, наверное, летающий меч был бы эффективен. Хотя нет. Вот такой вот меч. Он медленный, но очень-очень мощный. Просто 70 с лишним. Так, а куда нам сейчас? Вот сюда. Может, просто пробежимся? Давайте просто пробежимся. Наверное, проще сейчас. Сейчас мы с вами эффектную концовку сделаем. Интересно, так быстрее или нет? Единственное, чего здесь нету, если ты заметил, от Symphony of the Night, это нету превращения там в дымку, превращения в волка. Блин, как же здесь теперь классно бегать. Этих летучих мышей. Первый раз, когда здесь проходишь, просто мучаешься. О, у нас осколок этого не было. Да ладно. Призыв призрака. Призовите призрака и отправьте его на врагов. Я не говорю, что он плохой, но он неудобный. И вот то, до чего несколько человек не догадывались. Там внизу проход. Видно, что есть проход. И здесь кровь. Это прям видно, прям вот очевидно. Ну, я не знаю. Ну, это не место, чтобы пополнять жизни. Это вот для чего. Чтобы опустошить от всего и спокойно проходить. В новую локацию. Вроде было супер очевидно, я не знаю. Там вот новая локация. Интересно, сохранение здесь далеко, нет? Но тут удобнее всего как раз вот мечом проходить. Потому что здесь будут жабы, здесь вот такие вот локации непонятные. А скорость убивания примерно то же самое получается. Просто некоторых врагов это будет быстрее убивать. Потому что у них меньше хп. Так, где-то здесь должно быть по-любому сохранение.
Гонда Шицунори и Лен Ян Ю. Через врагов с копьем. Лен и Ян Ю у нас нету. Все, я понял. Да, вот у нас сохранение. Все, тогда мы с вами на этом заканчиваем. Вот я вам показал, как пройти сюда. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось видео. И всем пока-пока. Пока-пока. Вот такая у нас коса.